На фирме бензин, входящей в группу Пейдахо, мощные тракторы с повешенными сеялками точного высева высевают с высокой точностью качественные семена пшеницы и вносят удобрения в черную почву. С начала весны фирма «Бейсинг» заранее проводит работы по подготовке сырья, подготовке техники. Сев пшеницы по сравнению с предыдущим годом начался примерно на 10 дней раньше. В этом году группа «Пейдахом» планирует засеять пшеницу на площади около 50 гектаров. Стремясь к высокому качеству, группа придает большое значение урожайности. На фирме «Хунсин» группа «Пейдахом» ускоряется внедрение очередной рабочей модели для посева органической пшеницы, кукурузы, совьих бобов и органической капусты. Сейчас в фирме в полном объеме начали посевные работы. В теплице для рассады риса, расположенной в зоне управления Шонфэншэн в Риар Баоченлин, фермер Янпэн занят посевом семян. Семена должны быть выпущены на 15-16 дней ранее срока. Сеянцы остаются в теплице более 40 дней и высаживаются в почву без промедления при условии отсутствия прогнозов заморозков. Кроме того, в годы с низкими температурами и дождями она созревает гораздо раньше и дает более качественный рис. Необходимо напомнить фермерам заранее добавить термопанели под рассадки, добавить отопительные установки в теплицу. После посева проводится покрытие пленками. Мы применяем разные меры по защите от холода и коэффициенты, чтобы обеспечить рост семян.